Это что-то уникальное. Это сохраняет ваше время. То есть вы просто спите. И дальше день вы можете полноценно заниматься работой, развитием, учебой, любовью, чем много. Хотите. Короче, вам не надо специально что-то делать, чтобы выжить потом в старости. Понимаете? То есть за ночь за вас это делает Бог. Просто потому, что у вас есть божественная энергия. Вы лежите в этой божественной энергии, свои мозги отключаете противные, которые вас ведут не туда, куда нужно. Вы в абсолютном релаксе лежите, понимаете? И Всевышний все за вас делает. Он возвращает вас в ту структуру, которую он вас хочет видеть. И все. Вы понимаете? Ну ничего не нужно делать. Но я не знаю еще, как достучаться. Ну, попрактикуйте, ну, купите одеяло и подушку. Ну, попробуйте один год. Этого будет И не ленитесь рассказывать людям. И доказывать ничего не нужно будет. Рассказывайте близким, делитесь. И своим примером, когда вы будете выходить, как я, или танцевать на площади и делать все, что хотите. Ну-ка, еще раз, покажите еще раз это. Пожалуйста, я могу крутиться сколько угодно, и у меня не будет кружиться голова. Я так не смогу сделать, я честно говорю. Ну, то есть, короче, это, понимаете, это дарит Всевышний. Он дарит нам наш свет. Он нашим же светом нас восстанавливает. И сатану выгоняет, понимаете? Тот, который делает болезни, боли, ужас. Все это высокие вибрации тонкие выгоняют низкие вибрации, и они уходят. И все бактерии, вирусы, они все проходят. Они не могут жить в вашем светящемся теле. Вы созданы Богом, и им запрещено в вашем теле жить. Понимаете? Когда вы светитесь, когда вы добры и полны любви.